Сегодня резиденция президента страны принимала важных персон. В честь праздника по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева больше 80 школьников со всей страны получили возможность посетить Ахорду. Они побывали в рабочем кабинете, зале пресс-конференции, а еще угостились мороженым. Как прошла экскурсия, знает Кунсая Курмет. Первый день лета, главного праздника детей в Ахорде, царит атмосфера радости и предвкушения важной встречи. Отличившиеся успехами в учебе, спорте и искусстве школьники со всего Казахстана специально прибыли в столицу, чтобы посетить Ахорду. К встрече гостей в резиденции готовились тщательно, соблюдая правила приема. Юных граждан страны встречал почетный караул. Экскурсия началась с центрального парадного холла на первом этаже. Следом направились в торжественный зал, в котором проводятся официальные приемы. Я благодарю президента за такой подарок, возможность увидеть Ахорду. Восточный зал мне понравился больше всего. Все в этностиле. Настолько все красиво. Единодушным фаворитом среди залов у гостей оказался восточный, оформленный в национальном стиле. Родной шаңырақ и национальные орнаменты тронули ребят до глубины души. Оказались среди ребят и художники, которые обращали внимание на каждую деталь. Очень такие впечатлительные. И там очень много мазков, которые впечатляют, и их проработка, очень детализация, очень такая красивая. Только мне сказали, я очень удивилась и начала представлять. В представлениях это было по-другому, чуть как будто поменьше зал был. Но в ожидании, в самом реальности оказалось все по-другому. По окончанию экскурсии детей угостили мороженым и вручили памятные подарки. После прогулки по резиденции каждый из них говорил вроде бы о своем личном впечатлении, но получилось общее. Этот день останется в их памяти навсегда. Кунсая Курмет, Тулеген Бисембаев, Жбек Жолы.